Вдова Игоря Талькова Татьяна подала в суд на Азизу. Женщина была возмущена словами певицы. Сегодня, 28 августа, Останкинский суд Москвы поставил точку в деле вдовы Игоря Талькова Татьяны. Она требовала от Азизы 1 000 000 рублей в качестве моральной компенсации, а также извинений за ряд выражений, прозвучавших в эфире шоу «На самом деле» на Первом канале. Интересно, что в суде была представлена буквально поминутная расшифровка передачи, посвященной Игорю Талькову, которая очень оскорбила его вдову. Татьяна требовала опровергнуть почти каждую фразу, сказанную в адрес ее покойного мужа. Особенно возмутила вдову история, рассказанная Азизой, когда они с Игорем Тальковым ехали на ужин, а впоследствии оказалось, что к его другу, с которым он хотел познакомить артистку. Однако певица отказалась от такого знакомства и чуть ли не выпрыгнула из автомобиля. Сама эта история, ее подача на многомиллионную аудиторию, подталкивает зрителей к определенным выводам. Один из гостей студии после нее назвал Талькова сутенером. Изложенные факты ничем не подтверждаются. Адвокат Азизы Сергей Жорин отметил, что иск вдовы Игоря Талькова изначально был составлен очень странно. Адвокат рассказывает. В первой редакции они, к примеру, просили признать недостоверной и порочащей фразу о том, что мужчины хотели Азизу. Требовали опровергнуть ее. А еще извиниться. Но, во-первых, извинения не предусмотрены законом. А во-вторых, какое отношение к Талькову имеет это выражение? Какая разница, хотели мужчины Азизу или нет? Позднее они уточнили исковые требования, но все равно иск был необоснованным с юридической точки зрения. Суд в удовлетворении отказал. Отметим, что скандал разразился еще в 2019 году, когда вышла программа. Судебное заседание переносилось из-за пандемии и последовавшего за ней карантина. Передача «На самом деле» от 17 июня 2019 года была приурочена к новости о возобновлении следствия по делу об убийстве Талькова. Тогда-то и вспомнили об Азизе, которую косвенно винят в смерти исполнителя.